Окей. Хорошее начало, ладно. Итак, всем привет. С вами, как всегда, Дезертир со мной, как всегда, ЛКМ. Нам тут весело, мы тут про фаготов разговаривали сейчас недавно. Вот, а сейчас, теперь поехали. У нас Аларак, вот такой веселый, здоровый мужик, который вышел, из которого мы будем сейчас играть, ну, как мы. Да, всем привет, ты столько слов пробомбил, что я даже думаю, когда же ты заткнешься уже. Ну, как обычно, короче, что. В общем, погнали. Я не знаю, зачем ты такое длинное начало сделал, но все равно. Да кому какая разница? Короче, мы погнали, да, у нас Аларак, второй уровень. Потому что кто-то под ником Дес, в общем, не записал нормально звук. Поэтому мы начали еще раз и еще раз идем на новую миссию. Туманные перспективы, которые у нас реально прям таки туманные. Потому что мы что, на эксперте выставил? Ты? Мы идем на эксперте, да, в этот раз. Прям нас там... Прям, сейчас интересно, кто будет... на нас нападать, потому что первый раз, когда мы играли, были против зергов, потом против протосов, а сейчас, прикинь, да, тираны будут. И выяснилось, что против зергов Аларак прям ух, против протосов вы можете посмотреть у Элки, а вот если сейчас нам выпадет против тиранов, это будет интересно, потому что у тиранов много чего прикольного есть. Посмотрим. Ну да. Так, давайте поедем сейчас... У меня сейчас рабочие не в то направление поехали. Я не им предлагал поехать. Слышите, зов джунглей, командиры? Надеюсь, вы тут не заскучаете, хотя какой скуки речь. Где тирозин, там безудержное веселье. Я вот уже который год веселюсь. Кто-то тут забавляется, уничтожая моих роботов, а я без них как без рук. Мне нужно, чтобы вы их охраняли. Договорились? Да. Ну, короче, нас будет вот здесь Стэтман все время веселить. Да, вот здесь вот у нас Аларак стоит, вроде как даже. Это фактически единственный... Нет, это в принципе единственный протос, который как герой, и третий герой в принципе, потому что есть всего лишь Загара и Керриган. И это вот третий герой, который может ходить именно, сам что-то делать, атаковать, и... В общем, круто. 240 секунд требуется ему на выход, и мы выяснили с Элкой, что Аларак крут против... тиранов зергов. И зергов, да, но вот против протосов он крут, слабо. Но не так крут. А к нам же еще, кстати, не попались. Тираны, да, ну может вот сейчас вот попадутся, но я думаю, что тираны и зерги, они примерно на одном все-таки уровне по мощности. Мне кажется, здесь не будет тиранов, вот именно вот в этом сценарии или еще как-то. И сейчас нам попадаются тираны, да. Ладно, ну, виспеновый король, я тебе поставил оба гейзера сейчас. Наконец-таки. Блин, ну они у тебя только строятся. Черт, один отменил случайно. Ну тебе же сейчас идет газ, правильно, от меня? Да. А, ну все тогда. Там без разницы, кто ставит, как бы, ну, ты можешь на меня ставить, тебе все равно газ будет идти, можешь на себя ставить. Не имеет значения. А, хорошо. Не допустите уничтожения трех роботов-спорщиков. А, то есть вот это типа задание такое есть? Ну да, вон наверху написано. А, я-то думал, ты про ачивку какую-нибудь там типа знаешь. Не-не-не. Может, и ачивка тоже есть. Не допустите потери ни одного робота. На эксперте. Ага. Вообще там... Да, мне очень интересно. Если мы сможем выстоять. Сейчас мы узнаем, кто это, зерги или протосы. Я вот сейчас поставил пушку. И будут, наверное, зерги. А когда я ставил огнемет, были протосы. Посмотрим. О, я нашел гейзер, который совсем скоро пробудится. Обязательно доведите туда моего робота. Пора добывать тиразин. Тебе не хватает пилонов. Да, мне пилонов не хватает. И денег на них. И это зерги. Зашибись. Ну. А что ты на завод-то кинул, а не на... А какая разница? Просто двойной бы удар. Так он и так двойной, нет? Ну... Все, Аларак готов к битве, я пошел. Иди на разборки, показывай, демонстрируй. Да, буду сейчас... Мадинстрировать, как Аларак что вообще он, здесь. Что он умеет?
Он магиот, да. Вот, поняли мы, короче, пока что, что у Элки нету прокачанного перса, и эксперт нам немножко не по силу вдвоем, плюс у меня Ларак тоже не вкачан, как бы, и все печально. Эй, всем внимание, я отправляю своего первого робота. Вы уж постарайтесь защитить его. Это мой любимчик. Первый дрон пошел, а у меня ноль армии. Первый дрон, который является любимчиком нашего Стэтмана. Может умереть и не дойти. Не, ну... Я вас вижу, мерзавцы! Командиры, противник собирается атаковать моих роботов. Моих любимых чудесных роботов. Да-да-да. Дыщ. Шли вон от моего... друга. Наемника. Вот, да, они будут страдать, это факт. Я думаю, что, наверное, так и надо. Ладно, так. Че еще? И поехали. Можешь мне убивать всю эту хрень. Почему-то он в этот раз рачей посылает, малявок он даже как... Да, уже, видать, научился. Уже, да. Искусственный интеллект. Может, я просто забыл переключить сложность, не? Я тебя убью. Робот возвращается. Бедняга ужасно напуган, так что ваша компания придется очень кстати. Бедненькой. Наделен искусственным интеллектом. Лабораторная станция. Бедненький робот такой, напуганный. Так, надо экспанды вообще занимать. Командиры, на моих малышах не царапины. Кстати, а вас потом можно будет еще напрячь с этим делом? Мы всегда готовы. Типа того. Так, экспанды, говоришь, занимать? Ну да, я согласен с этим делом. Белшир говорит, что скоро пробудится еще несколько гейзеров. Если вы ее не слышите, не волнуйтесь, это нормально. Ну да. Она говорит только со мной. Вот, у меня тоже пушка стреляет. Вот, Белшир, короче, говорит только с ним. Так что это круто. Глюки только у него. Ну и у нас, походу, он же нам, он с нами делится о них. Ну такое, да. Так, арсеналка. Блин, вроде вот. Все минеральные поля заняты, а деньги медленно идут. Что мне, кстати, понравилось, это то, что... Ну, я помню, что тебе уже говорил, я не знаю, когда это было введено и было ли это до этого, но теперь показывается, что сколько юнитов по лимиту и сколько, соответственно, этих, называется, типа рабочих, если навести на лимит. На цифры, на сами. Ага. Этого не было, по-моему, да? Ну я не играю, я тебе в тот раз сказал. Так а нет, в обычных собирал играх. Я думаю, что это теперь везде. Из бракованных запчастей. Уж постарайтесь, чтобы они вернулись. Ну, проверю, как только буду записывать. И кивишки. Так, ты какого будешь защищать? Верхнего, нижнего? О, блин, надо уже выходить. Угу. Защищай. Ладно, пока я... верхнего, я подхожу. Иду в пути. Чё-то рачей здесь очень много как-то, не? Есть что, я могу этих скин... Так, просто там... как-то мне показалось, что их много. Ой. Не, серьезно, как-то очень много рачей, нет? Отходи по танке-то. Зачем? Ну, не знаю. Ну, чтоб ты не жаловался, что типа, ай, как больно бьют. Да я вроде не жалуюсь. Ой, их тут много. Так, где у нас тут? Помочите? Не помешал бы. Ну, танк-то мы отдай, ёлку. Он снизу, снизу. Баг для тиротина заполнен. Роботы возвращаются. Следите за ними и не позволяйте им отходить далеко. Ютить, колотить. Я, походу, точно сложность, походу, не сменил, чувак. Нет, ты сменил. Отходи под танк. Нормально. Просто искусственный интеллект улучшился в Старкрафте. Да? Так, смотри, а то сейчас они под твои танки пойдут. Кто? Летающие? Малыш, с возвращением домой! Я так по тебе скучал! Что я так хочу?
Ой, опять ты сам нарвался. Ну я так, по чуть-чуть на них. Что ж, пока все идет неплохо, okay. Но мне понадобится больше тирозина для моего исследования. Следующего исследования. Назовем это исследованием. Действительно. Так, ладно, а надо бы уже, наверное, все-таки выходить на XP. Я уже как бы вышел. Пора бы мне этим тоже заняться, я к этому. Ой, я уж думал, это враги туда приперлись. Но это всего лишь я. Так, ладно. Так. Не то. На В. Сюда, и мне нужно. Это просто ужасно! Противники выкачивают тирозин из билширских летунов! Их нужно остановить! Ну или не нужно, это уж вы сами решайте. Да. У нас осталось не так много времени, чтобы спасти этого билширского летуна. Помните об этом. Плохо, когда все про тебя забывают. Так, мне нужно, наверное, вот так лучше поставить и... Блин, у меня денег нету. О. Так, ну чё, я тогда пробую спасти этого грёбаного летуна или опять прокатаю? Не-не-не, вот это вот. Приоритет. Строить больше. Мои роботы сгорают от нетерпения. Так им хочется приступить к добыче тирозина. Придется выпустить этих маленьких непосед. И все же я попробую. Ну-ка хочешь, если сейчас опять. Если повторит. У тебя там будут сильно большие проблемы, скажешь. Окей, вон там что-то и так большое летит. Ну говорю, если будут сильно большие проблемы, скажешь. Окей. А я пока здесь по рулю немножечко. Так. Синее пламя, что-то я не изучил. А вот это-то я, кто будет защищать? Ну ты. Я не могу разорваться на две части. Проблема. Я же не Аларак. Прикрывай. Оу, там уже совсем все. Ну ладно, защищай этот. Это был мой любимец. Умоляю, командиры, постарайтесь больше никого не потерять. Миша, ты был его любимец, а мы его так слили нагло. Слили, да. Кинь, пожалуйста. Кого? Ну, этого. Щит или там, как он у тебя. Так, роботы уже должны были отправиться в обратный путь. Блин. Очень нужен этот тирозин, командиры. Для экспериментов. О, я согласен с твоим решением. Мне бы тоже помощь не помешала, честно говоря. Да я тут груз сопровождаю. Ну ладно. Ой, смотри, кто летит к нам. Кто? Оу, милаха. И он тебя как бы убил, да? Нет, не все, но частично. Дыркинсанским вот сюда вот фигарь. Лазер-дрилом. Чувак. Да-да-да. Конечно, я тебе нужен. Хорошие новости, командиры! Мои роботы доставили тирозин. Для меня, во всяком случае, это отличные новости. Блин, да сколько у него хп-то, ё-моё. И непростое же это дело, тирозин добывать. Пока у нас только половина нужного объема. Говори. Пиздец, он жирный. Вот этот экстрактор. Вражеские войска на подходе. Уничтожьте их. Вы спасли его! Белшир от всей души благодарит вас, командиры! В смысле, я благодарю вас. Да, я. Я вас издаст. Ой, кто ж там летит-то к нам? Не знаю, сейчас пойду как раз посмотрю, кто к нам летит. Встречу всю эту хрень заодно. Эй, чуваки. Что-то мне это вообще не нравится, нифига на самом деле. Отступает в тень.
Вперед, вперед. Торы, оказывается, далеко стрелять не умеют. Бесполезно какой-то юнит. Так, ну я понял, что сталкеры просто в ничто превращаются после встречи с этими ребятами. Может, у тебя их просто мало? Может, у меня их просто мало. Так, ладно, и нужно как можно больше вот этих ребят построить. Так. Я иду, наверное, пробую сейчас зачистить, но я чувствую, что я там получу по щам только так. Ой, и вправду надо туда идти. Угу. А, у меня минералов в ноль. Так, не сюда, я понял. Аккуратно, там, кстати, да, очень много будет этого. Кого? Там вот прям вообще печаль, беда. Народу очень много будет. Ну пошли вместе. Пошли, пошли. Где-то я это уже видел. Да? О, как он откинулся. Вот и рулят! Смешно ведь, ну? Ну, вот и рулят! А по-моему, смешно. Белчир каждый раз смеется. Смешно, смешно. Ну танки, блин, куда вы поехали? Ослы. Напасть на моих роботов! Остановите их, командиры! Мы этим как бы и делаем, и занимаемся вообще-то. А на кого напали-то? Или это он просто паникует? Ну он как обычно, блин. А нет, ни хрена, они как обычно. Эти мерзавцы сейчас превратят моих роботов в груду металлолома! А мне потом в ней ковыряться! Красавчик. Сейчас я уже почти здесь. Ну все. Все шикарно. Блин, что-то эти, как его, каны, плюются быстрее, чем в обычной мультиплеере. Ну так, как-то так, не знаю. Я не знаю, как это взаимосвязано на самом деле. Так. Так, мне же пушку надо улучшать. Воу-воу-воу, чувак. Эй, командиры, доброе утро! Противник решил позавтракать моими роботами! Да, и мои танки, как обычно, начали атаковать то, что им не надо. У меня говнецо еще сзади подъехало. Давайте сюда. Домой, малыши, домой! Ничего не бойтесь, командиры защитят вас! Ты гляди, слышь, они вообще такими что-то этими стали борзыми. Так, я пойду сопровождать этого. Ты последнего пойди пока сопроводи. Вот этого? Крайнего. Сигналь. Крайнего самого. Вот это. Угу. Но я все равно здесь как бы. Но вряд ли как бы с твоими что-то случится. Вот здесь что-то. А ты? Да, я тут как раз и стою. Ты их зажал, короче, в гейзере. Это хорошо. Так, а кто пойдет на последнюю вот сюда вот? Ты и я. Можно вместе. Давай бегом тогда сейчас прямо. О, там луркеры, нифига себе. Да-да-да. Сейчас луркеры летать научатся. И вкапываться. Мои роботы вернулись. Хотите отдохнуть с дороги? Кому ванну с горячим маслом? Я надеюсь, мы не прошляпим. Только не напрямую, чувак. Сюда, сворачивай, там база. Так, мы потеряли один, да? Да. Так, что сэр сказал. Пошли. Вперед. А
Ларак ведет за собой. Похоже, они сцапали еще одного белшика. Только проходи вперед. Командиры, вы знаете, что делать. Ну или не делать, ну или не знаете. Я не то чтобы давлю на вас, но если вы собираетесь спасать этого белширского летуна, вам пора бы поторопиться. Ух ты! Мои роботы вернулись! Ну что, Белшир, на этот раз, похоже, выиграл я. Толпец, стой. Проводи вперед. Тут Тиразина, и он весь мой. Командиры, осталось самое малость. Все, бегом назад. Представляете, а я ведь раньше вообще их не замечал. Интересно, откуда они взялись? Торчок. По-моему, все более-менее нормально. Это последние гейзеры. Как ужасно осознавать себя последним. Так, нам зачистить их надо, я забыл сейчас совсем. Сейчас поедем зачистить. Совсем последний. Такая печалька просто. Ну, посиди несколько лет один в джунглях. Ну да. Так, как нам круговую оборону-то делать? Не знаю, дружина, думаю, сейчас сделаем как-нибудь. Так, я зачищать напрямую туда не буду. Пойду, пока он с этим придурком подерусь. С каким? Ну, с синеньким. Роботы выдвинулись. Они так быстро растут. Папочка любит вас. Так, можно здесь встать. Главное, вот этот дочистить. А вот и плохие парни пожаловали. Кстати, а кто они такие? Оу, как раз на нас выдвинулись. Глупые ребята, да? Ну, что-то на этот раз мы смогли все зашишить. Возвращаемся назад. Угу. А то там снизу. Смотри, оу. Это плохо. Мои роботы получают урон. Огромный урон. Да все, никто ничего не получает. Так, ладно, я сверху тогда возвращаюсь. Вон там к танке идут. Да. Короче, ты снизу, я сверху. Все как тогда. Окей. Так, ну и попутно надо армию подстраивать, я думаю. Я думаю, никто не пройдет. Да, мы это... У меня в этот раз очень много ревнителей. Научили ошибки в прошлом. Угу. Все. Хотя вон там еще идут. Пойду их встречу. Ты оставайся, пока танки прикрывай. Ты куда попер? Убивать! Мясо, хочу мясо, да? Да. Мои роботы возвращаются на базу. Ой, я твоих роботов могу лечить. Да лол, серьезно? Да. Ладно, пойду прикрывать твои танки, отходи потихоньку, а я пока пойду наверх. Отдам нам вниз. Вот этого робота. Не, я буду последнего защищать, который здесь остался еще сверху. Противник атакует моих роботов! Командиры, ну кто так агро держит? Кто так агро держит, а? Да. Почему ты не ларак? Почему ты агро не держишь? Лишь потому, что я... Всякое бывает. Ну, первый блокпост. Таков путь. Так, ладно, я его встречу. Кого, вот этого? Угу. Ты этих прикрывай. О, да, они. У них лучше охраны никогда не будет. Можешь мне вернуться? Да тут как-то непонятно. Там вон этот бедолага танцует. У него хп просто до нуля такой вседает, и потом бамс наверх, до нуля и наверх, до нуля и наверх.
А вон пилоны мои лучше прикрой. Молодец, я кинул, и ты подкинул. Шикарен, да? Считаю, луч. Да, луч зря. Все, задание выполнено. Или нет? Да, по да, сути, ну вот. Давай я уничтожу его и еще поиграем немножко. Кстати, он этот неуязвим для наших союзников. Ладно, я встану на люк. Он не сможет что-то зайти. Ты здесь не пройдешь, скажи, как это. Все, удержание позиции. А он фигачит сквозь нас. Он обломал тебя. Все, исчез. Я просто в тебя волну такую. Я закончу свое исследование и свалю из этой дыры на задворках вселенной. Прости, Белшир, я не хотел тебя обидеть. Ты, кстати, не успел. Что, было весело? Где-то там, да. Я бы не успел убить, ха. Да, по-моему, он бы не умер бы. Ну да. Хотя, кто знает. Ладно, в общем, вот такой вот персонаж Аларак. Но я думаю, мы попозже скажем, как, чё, как он там, собственно, да. Да, и еще раз сыграем. Да, и еще кое-что покажем. В общем, да, всем удачи, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Я 50-ю. 50-ю, писи. Ой. Короче, я за Ларашку. А ты нет. Может, экспертик пройдем по приколу? Вот, короче, туманные перспективы у нас с тобой. Ладненько, я думаю, все будет нормально.